16 мая в областном молодежном центре «Химик» состоялся гала-концерт регионального этапа Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Всего за 2 месяца отборочных туров 112 ребят показали судейской коллегии более 60 песенных номеров. Сегодня в «Химике» лучшие – юные артисты из 24 районов Омской области. Свое особенное исполнение финалисты представили в 3 номинациях – соло, дуэты и трио и вокальные ансамбли. Учредителем фестиваля является Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. У каждого разные песни, разная история, но всех объединяет одно. И это самое главное, что люди объединяются. Во время таких песен нужно четко думать об этой песне и переживать то, что переживал герой. И не думать о посторонних вещах, а думать только о том, что ты поешь. И лишь тогда у тебя хорошо получится. «Ты не стой, баба с косою» – песня о том, что солдат уже перед смертью своей, так сказать, поет песню о том, что из последних сил не верь, что я умер, я еще живой. То есть борется за свою жизнь из последних сил. Очень большое значение имеет, конечно, что молодежь наша все-таки не отстает, а стремится к этому. Это очень радостно. Когда... Вот именно воспитывается с самого детства этого и понимает, что такое Родина, и слава Богу, это хорошо. В номинации «Сольное исполнение» первое место разделили Яна Никитина из Нижнеомского района и Алексей Ахмедзянов из Омска. В номинации «Дуэт и трио» лауреатом первой степени стал дуэт из Омска «Армата». Также среди победителей образцовый вокальный ансамбль «Конфетти» из Омского района. Специальный приз жюри за оригинальность номера получил клуб бардовской песни «Седьмой материк». Победители областного этапа фестиваля будут рекомендованы для участия во Всероссийском молодежном фестивале патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», который пройдет в конце года в Москве.